7 февраля 1945 года. В течение 7 февраля южнее Кёнигсберга наши войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли более 30 населенных пунктов. Севернее и южнее города Кюстрин советские войска вели бои по очищению от противника восточного берега реки Одер. В боях за 5 и 6 февраля в этом районе взято в плен свыше 4000 немецких солдат и офицеров и захвачено на аэродромах 69 самолетов. В Будапеште продолжались бои по уничтожению окруженного гарнизона противника, в ходе которых наши войска заняли 10 кварталов. В боях за 5 и 6 февраля в западной части города они взяли в плен более 5600 солдат и офицеров противника. За 7 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 146 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 30 самолетов противника.